Тверские образовательные учреждения завершают подготовку к грядущему учебному году. Сейчас полным ходом идет прием школ и детских садов. Межведомственные комиссии проверяют готовность образовательных учреждений во всех районах города. Подготовка детских садов и школ к новому учебному году включает в себя комплекс мероприятий. Большей частью это косметический ремонт кабинетов, рекреаций, при необходимости меняется мебель. Особое внимание уделяется подготовке к отопительному сезону, обеспечению безопасности, выполнению санитарных норм и правил. Ежегодно в преддверии начала нового учебного года, в преддверии 1 сентября, администрация города Твери в составе комиссии с общественниками принимает наши муниципальные образовательные учреждения. Детские сады, школы, ну и в том числе колледжи, которые расположены на территории города. В Московском районе самое большое количество образовательных учреждений, порядка 30 детских садов, 17 муниципальных школ и 8 колледжей. В детском саду 51 в Московском районе основные работы завершены. Сюда вновь вернулись дошколята с каникул. Всего в садике 6 групп, где воспитывается 162 ребенка. Приемка дошкольного учреждения – это экзамен для, ну как бы, да, для всего коллектива, для всего учреждения. Все стараются, готовятся, соответственно, как бы пополняется развивающая среда в соответствии с возрастными особенностями. Участки приводятся в порядок, озеленение территории проводим, косметические ремонты. У нас разработана экологическая тропа по учреждению, где вот на начальном этапе детки знакомятся с растениями и животными родного края. То есть у нас сделана лесная опушка, в гостях у цапли, зеленая аптека, сельский дворик. По соседству с 51-м располагается 24-й сад. Здесь практически все готово к приему детей. В ближайшей перспективе предстоит провести работы по благоустройству территории. О предстоящих работах говорили в ходе встречи на объекте депутата Госдумы Владимир Васильев, руководство сада, представители общественности. Тот детский сад сделали нормально? Да, отлично. Отлично. 51. К этому только приступаем. Договорились. Мы начали сотрудничество. Да, я очень рада. Беха, беда, начало. Вот первую ямку заделали, дальше посмотрим, ладно? После дошкольных учреждений начинается проверка готовности школ к 1 сентября. В Тверской гимназии номер 8 в Заволжье все классы готовы к приему учеников. Скоро с каникул сюда вернется 1005 обучающихся. Хорошая традиция гимназии – это единство воспитательного и образовательных процессов. У нас очень много кружков и секций. Естественно, дополнительное образование помогает нам добиваться хороших результатов и в учебе. В этом году в очередной раз гимназию закончили дети с замечательными результатами. Но особенно мы дорожим нашими медалистами. Их 27. Все успешно поступили в ведущие вузы нашего региона и страны. В рамках подготовки к новому учебному году во всех образовательных учреждениях проводятся комплексные мероприятия по обеспечению безопасности. В школах, где одновременно находится более 1100 человек, идет установка контрольно-пропускных пунктов при въезде на территорию. Также в тверских школах и садах установлены системы видеонаблюдения, тревожные кнопки для вызова экстренных служб, системы контроля и управления доступом на объект. Оборудовано наружное освещение, учреждения оснащены стационарными или ручными металлоискателями. В настоящее время все детские сады уже прошли приемку. Проверка школ завершится на этой неделе.